Конкуренция во благо потребителей. Глава региона на минувшем заседании администрации округа высказался против создания тепличных условий для местных товаропроизводителей. Они должны конкурировать с другими предприятиями наравне и продвигать свой товар за счет улучшения его качества, убежден Александр Цибульский. Ранее на заседании администрации был рассмотрен вопрос об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам торговли на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в населенные пункты округа. Целью указанного проекта является обеспечение сельского населения продовольственными товарами по доступной цене. Размер возмещения составляет 80% от фактически понесенных затрат от авиа, морским и речным транспортом. Доставка наземным транспортом осуществляется в соответствии с установленной стоимостью на тонну километр, которая также определена настоящим проектом. Одним из условий предоставления данной господдержки является наличие в розничной продаже не менее 75% пунктов из обязательного перечня товаров. Он включает в себя 18 позиций, в том числе колбасные изделия, произведенные на территории Ненецкого округа. При этом размер субсидии на возмещение затрат по доставке продукции местных товаропроизводителей предусмотрен на 19% выше, чем для всех остальных. Представитель прокуратуры и глава региона с такими условиями не согласились. И если мы будем ограничивать эту конкуренцию, то мы с вами будем пользоваться некачественной продукцией, потому что она будет заведомо более выгодна с экономической точки зрения, чем товары других производителей из других регионов. Поэтому я двумя руками поддерживаю, считаю, что это надо доработать для того, чтобы наши предприятия понимали, что они не находятся в тепличных условиях, а должны конкурировать со всеми и делать товары такого уровня для наших жителей, чтобы они были лучше, чем все остальные. И только тогда это будет работать. Проект постановления о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по доставке продовольственных товаров в населенные пункты округа отправлен на доработку. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».